Всем привет! Сегодняшний обзор про подарки, которые я буду делать своим знакомым, подружкам. И сразу говорю, что вскрывать не буду, но будем просто рассматривать, потому что если вскрыть, будет не очень хорошо. В общем, я заказала вот такие вот подарочные. Они, скорее всего, такая лимитированная коллекция новогодняя. Здесь спонжики, здесь один большой круглый спонжик, здесь два маленьких таких удлиненных спонжика для нанесения различных основ, тоналок и так далее. От компании Real Technique by Sam and Nick. И кисти. Разные кисти миниатюрной формы, тоже limited edition, урезанная коллекция, лимитированная коллекция by Sam & Nick. Две маленькие кисточки и здесь одна большая кисточка, mini buffing brush и mini eye duo. Это для глаз, это для, не знаю, нанесения различных румян, возможно, или еще чего-то. Ideal for full coverage application of powder and mineral foundation. А, для пудры. Two mini eye brushes to shade, blend and powder or cream eyeshadow on the go. В общем, на ходу, чтобы краситься. Вот такие вот классные штучки. Кстати, вот их, наверное, я смогу открыть. Хотя не уверена. То есть они так хорошо запечатаны. Ну, в общем, вот такие вот размеры у них, у этих кисточек. Буквально, наверное, я не знаю, 5 сантиметров, ну, не больше. И заказала еще одну, еще один спонжик, Travel Case Included. Я вообще не пользуюсь ни тональными средствами, то есть и мне эти спонжики вообще даром не нужны, поэтому я всех буду раздаривать. Но здесь круто то, что у него имеется еще и кейс пластиковый от EcoTools Travel Perfecting Blender. Best with liquid and cream foundation для жидкой или кремообразной базы for full coverage on the to go, для того, чтобы тоже на ходу всем этим делом краситься. 100% вегетарианские. Red sponge, как использовать? Намочить спонж, squeeze out excess water until then, выжать лишнюю влагу, пока не высохнет. Gently roll, stripe or dab to blend product into skin. Дальше наносить gently roll, stipple or dab to blend, то есть наносить различными техниками на лицо. Let sponge air dry. Сушить необходимо просто как бы вот на открытом воздухе, оставлять truly and stone in case to keep your sponge protected, и использовать кейс, чтобы этот спонжик вам прослужил дольше. Вот такие вот крутые штуки. А вот эта штука mini complexion sponger, тоже limited edition, лимитированная коллекция. Здесь даже ничего не написано. Но думаю, что в качестве подарка будет отлично. Как раз на iHerb еще до Нового года осталось, наверное, я не знаю, сколько там, пару недель. И вот мне этот заказ пришел, я заказывала, наверное, в первых числах декабря. И вот пришло в середине, то есть, ну, где-то за 12-13 дней. Вот такие вот дела. Еще можно успеть заказать. Ну, хотя к моменту заливки этого видео будет, наверное, уже январь-февраль. На этом у меня все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч!